вот такой вот измеритель радиоволн. И хотим продемонстрировать родителям, каким образом вы уничтожаете своих детей. Допустимая норма 004. Теперь я подхожу к сотовому телефону. Она просто лежит. Да? Вот. Пожалуйста. Красная горит. 1919,68. Да? Микротесла. Теперь я отключаю. Отключаю. Все равно. Есть наушники? Они включенные наушники, да? Bluetooth, да, включены? Нет, еще. Давай, включи. Мы тебя будем сейчас измерять. Кламата, колна, соткуста. Пожалуйста, как ты себя обучаешь? Позвонили к ней? Мамочка, да? Ага. Здесь тимус. Здесь находится железа, которая вырабатывает иммунную систему. Вы его обучаете. 17 тысяч. Максимально показывает 18,64 микротесла облучения. А должно быть 0,04. Вот, пожалуйста, у нее наушники, у нее сотовый телефон. Еще, скажем, у нее будет Bluetooth часы. Держи. Bluetooth часы. Звонишь? Можешь отключить. Посмотрим, отключено видео. Вот так вы обучаете своих детей и самих себя. Да. Уважаемые мамочки, прекращайте давать сотовый телефон детям. Потом будете искать причину, почему ребенок болеет и так далее. Причина в вас. Просто прекращайте давать сотовые телефоны, покупать наушники, покупать смарт-часы. Понятно, да? Занимайте детей другими методами. Сами тоже за телефон только по необходимости сам сдавать.